привет! Всем привет! Мы приехали в торговый центр, будем покупать Коле новую камеру и заодно сделаем закуп продуктов. Мы уже определились с моделью, будем брать такую же, как у меня, это Canon GC Mix Mark II. Но здесь, оказывается, написано, нужно заказать и ждать потом 2 или 3 дня, и только потом приедет. Только я не знаю, сюда приедет или к нам домой, надо уточнить. Видишь, в любом случае, нужно будет спросить у консультанта, уточнить. Облом, походу, у нас с камерой. Сказали, что не просто 2-3 дня, а неизвестно, сколько ждать, потому что из-за того, что границы закрыты с Японией, они не знают, насколько это задержится. А камеру, да, с Японии будут везти. Все камеры с Японии. Ну, естественно, Sony, будет год. Canon. Год. Panasonic тоже Япония, по-моему, или Европа? Не знаю. Ну, пообщался я с консультантом, он пробил по всей базе магазинов Yamato по всей стране и говорит, нигде нет ее. Он говорит, нужно, наверное, будет либо ждать неизвестно сколько, да, заказать и неизвестно сколько ждать, либо, говорит, поискать в интернете. А я ему в ответ говорю, я в интернете искал, в интернете еще дороже стали. Угу. Раньше вот твою камеру мы купили через интернет, она была дешевле, чем вот так пойти в магазине купить. Да, а да, сейчас да. Наоборот, потому что билетов нету, видишь, и в таких магазинах у них нет запасов этих камер. А если, я говорю, а если взять вот эту, которая стоит на витрине, он говорит, цена будет такая же. Поэтому, говорит, лучше не стоит брать. Ну да, смысл, блин. Ну это с автофокусом, говорит, прошивка, наверное, прошивка дерьмовая. Да, мы почему хотели взять именно вот эту модель Canon GC Mix Mark II, потому что у меня такая же модель, у Ники такая же, и нам нравится, мы пользуемся и знаем уже эту камеру. А если брать другие модели, ну, они неизвестны, как себя будут вести, понравится нам, не понравится. Есть еще Mark III, но на него плохие отзывы, говорят, что он там глючит, там у него что у него косяки. С автофокусом проблемы. Да, поэтому пока не знаем тогда, что делать. Подождем, что ли? Ну, камера нам как бы уже сейчас нужна. Ну, а смысл ее сейчас заказать и привезут, не привезут? А деньги сейчас надо отдать, да? Ну, по-любому. Нет, там, наверное, какой-то залог надо оставить. Хотя бы примерно сказали бы, да, сколько ждать, мы бы уже ориентировались. Ну, видишь, они это сами не знают. Ну, да, они сами не знают. Границы закрыты. И тем более, видишь, сейчас отношения же с Японией довольно напряженные, да. Из-за этого даже, знаешь, несколько магазинов Uniqlo тоже закрывается из-за резкого спада продаж. Мы теперь идем в продуктовый центр. Продуктовый центр? Тележку не взяли, да? Мы, короче, решили поехать в другое место, потому что здесь, во-первых, народу много, во-вторых, тележку мы не могли найти. Нет, тележка просто находится, она, видишь, на верхних этажах, внизу нет уже тележек. Да, мы на самой крыше. Это вот с начала этого года во всех крупных гипермаркетах тележки убрали на верхние этажи, вот, чтобы освободить пространство внизу. Да. Вот, кстати, парковка как выглядит на крыше. Это называется Оксан Чучадян. Оксан Чучадян. Крыша, ну, там, видишь, парковка. Вообще это, да, солнечные батареи установлены. Парковка на крыше, вот. Да, и знаешь, этот, мои пожелания тем, кто хочет приехать сюда на работу, на высокооплачиваемую работу, то обучаться установке солнечных батарей. Это очень популярная тема при нынешнем президенте. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Садись, баб. Мы уже приехали в другой магазин. Это наш привычный, мы здесь раньше закупались, потому что жили недалеко. Я даже сама перла как-то, когда-то. Ну, здесь немножко изменилось. Тебе ничего не надо из посуды? Посуда есть. Боксы, может быть, надо взять. Это стеклянные? Нет, это пластиковые. Стеклянные надо. Ну, еще парочку надо взять. Все-таки как хорошо, что мы подключили воду, и теперь не надо нам покупать вот эти бутылки тяжелые, не надо с ними таскаться, потом выбрасывать. У нас всегда есть вода, холодная, горячая, так что бай-бай. Это что, вентилятор такой, да? Да, напольный. А, это напольный? Прикольный. А можно его протестить? Нет. Нет.
Я не знаю, как вы, а я вот никогда не могу пройти мимо носочков, аксессуаров для волос, всякие резиночки, заколочки. Хоть мне и даже не надо сегодня, но я все равно буду разглядывать, смотреть, что есть, прицениваться и залипать, короче. Кстати, заметила, в этом сезоне еще вот такие резинки в тренде, но здесь они не очень по качеству. Бывают прям такие пышные, красивые, и цвета красивые. Вот эти, кстати, красивые, жемчужные. Оказывается, пока мы были в магазине, уже пошел дождик. Ну, благо здесь машина рядом была припаркована. Итак, вот наш сегодняшний закуп. Взяли помидоры, соевую пасту. Из фруктов взяли персики, потом сливу взяли. Я не знаю, правда, они будут вкусные, невкусные. Ну вот увидели, вроде бы как нормальные. Потом бананы купили. Бананы, да, вот здесь взяли. Соевый соус у нас заканчивается, вот решили взять еще. Молоко, 2 пакета. Томатная паста. Лере в последнее время нравятся консервированные ананасы. Коля взял сыр, видимо, для чего-то там, для завтраков, наверное. Чеснок взяли. Перец красный, порошок, 1 килограмм. Из вкусняшек взяли печеньки Орео. Потом тут йогурт для Леры взяли с этими всякими хлопьями. И батончик. Было их 2, но Лера уже 1 съела. И вот этот раздавился. Сосиски нам на завтрак. Не знаем, такие ели или нет. Надеюсь, что будут вкусные. Тофу взяли, будем готовить какой-нибудь корейский суп. Решила сразу взять 2 пачки муки. Здесь 5 кило получается. Ну, я думаю, нам это надолго хватит. На месяц, по крайней мере, должно хватить. Вот оно, растительное масло кукурузное. Сразу побольше взяли. Ну, мы всегда такое берем. Просто в последний раз у нас прям совсем закончилось. Ни капли не осталось. И мне пришлось пойти в магазин и купить 500-граммовую бутылку. Ну, такая маленькая, и уже она тоже закончилась. И я еще захотела сок гранатовый. Но он не такой гранатовый, как настоящий бывает, который кислый. Это все-таки другой, он такой сладкий вроде бы. В торговом центре взяли Лере вот такой набор для песка. Здесь вот есть мешочек, внутри разные формочки. Она увидела с Hello Kitty, поэтому решила взять. Я сначала подумала, может, уже ей не нужен этот набор, что она выросла. А потом вспомнила себя, когда мне было лет 13-14, мы с Никой и с Антоном очень любили играть с песком. И еще взяли набор бумажных полотенец. До этого мы ими особо не пользовались, но недавно что-то мы там пожарили, пропитали ими, и это оказалось очень удобно. Ну, у нас всегда там было несколько штук, просто особо мы не пользовались. Как-то нам подарили, с чем-то там, с обесом шло в подарок, то ли с соевым соусом, то ли еще с какими-то продуктами. А потом я поняла, как это удобно, и все-таки такие штуки на кухне должны быть. А еще перед самым выходом из магазина мы увидели отдел с выпечкой, и Коля говорит, давай попробуем рулетик какой-нибудь. Я говорю, ну давай. И вот взяли такой. Здесь вроде крема не так много, и это хорошо. А то я не люблю, когда очень много крема, это слишком приторно и жирно. Лера уже распаковала наборчик, он ей понравился, да? Формочки. Это Hello Kitty, питомец, наверное, медвежонок, а это Hello Kitty. Тут еще машинка есть, песок возить. Лопатка. Вот это как штука называется? Грабли. И кораблик. И лейка даже есть. И ведерко есть. Я пошла набирать ванну и эти. Коля наконец-то заказал себе летнюю обувь. Вот сегодня она пришла. Это тапочки от Adidas. Угу. Здесь очень мягкая подошва. Да, кстати, подошва мягкая. Но я не знаю, зачем ты просто тапочки взял. Я-то думала, ты сандалии возьмешь. Я сандалии себе не нашел, те, которые я бы хотел купить. В основном все спортивные, а мне не нужны такие. Ну, прикольные тапочки. Может, даже я буду носить. Хотя нет, они мне большие. У Коли размер 40, 41, по-моему. А у меня 35-36. А 자전거를 타고 싶어요. 소방관
Ну, за то, что я гуси пою. Смысл предложения? Скажи. Пожарная шляпа. Что она хочет пожарную шляпу делать? Одеть. Надеть, правильно. Киринель по гуси пою. Кириннель, ну вот, ну, посеял. Кирин. Жираф. Ура! У Леры начались каникулы. Они будут длиться 2 недели. И вот учительница, ее классная, дала нам книжку, чтобы Лера занималась на каникулах по корейскому. Но почему-то здесь самое начало. То есть это идут буквы, потом какие-то вот слова. То, что она все, в принципе, знает, умеет. Ну, может, какие-то слова не знает. Вот, будем с ней заниматься. Она уже, видите, сама здесь занималась, для писала. Для первого класса, если посмотреть вот тут. Задним тут есть первый, это у нас такой, второй, третий. А, да, она сказала, сначала вот это она пройдет эту книжку, потом пойдет в школу, и она вот эту даст. Ну, я не знаю, вроде бы она купила это. Да. Да, купила? Она нам лично показывала. Тогда ей деньги надо, что ли, дать? Но она мне ничего не сказала. Тебе не говорила? Она не говорила, Тон. Ну, я очень рада, что у Леры начались каникулы. Правда, они короче, чем в прошлом году. Обычно 1 месяц каникулы, но из-за вируса в этот раз 2 недели сделали. Ну, хотя бы столько, да? Хотя бы так. Так что нам не пришлось ее отпрашивать. Это было 4 недели. Да, обычно 4 недели идет. Нам не пришлось ее отпрашивать, чтобы поехать на море. Вот, так совпало, что мы поедем именно во время каникул. Ну, я знала, а что по-любому должны что-то быть. Ну, 1 месяц же бывает в августе. Мы будем заниматься с Лерой. Сегодня еще был урок по корейскому отдельно, который Лера занимается дополнительно. Вот этот учебник я уже показывала. Здесь уже посложнее. Здесь не просто буквы идут, а какие-то уже задания такие, как... Вот сегодня наша тема была «Кошипта». Это «хочу сделать что-либо». Например, «моасы саго шипою». Это очень сложно, когда... Мари, когда она говорит вот так, сказать по-корейскому. Да. Ну, вопрос вот такой, и потом сказать по-корейскому. Это сложно. Я потом да. думаю, вспомнила. А когда я долго не могу думать, класс попадет. Мне учительница говорит, ага, все. Ну и вот такая у нас она была тема. Домашнее задание. Это вот домашнее. А вот здесь мы сделали домашнее задание. Вот домашнее. Пока что это не так трудно, просто оно сложнее, чем вот эта синяя книжка. Задание. Угу. Нам еще там нужно будет 5 слов еще выписать. Нам еще 193. Нам еще вот. А, вот здесь диски есть, да. Но нужно найти, нет. Где послушать их. Нас нет. Она нас сказала, нету. Будет лучше, конечно, когда... Именно кто-то будет говорить, когда она дала нам книгу. У нас уже фасоль не помещается на подоконник, вон туда. До этого она там стояла, потом в зал мы ее переносили. И вот я ее решила сюда поставить, пока что здесь, но мама, потом я ее на шкаф перенесу. Мама, что если будет? Нет, не будет. Я почему ее сюда поставила? Потому что, во-первых, вода вытекает. В тот раз Коля полил слишком много, и вода вытекала. А во-вторых... Можно задеть, и это может упасть, ну, опрокинуться. Ну, это поэтому типа, безопаснее здесь хранить. Это же типа тарелки может разбиться. Да. А мы за эту тарелку платили же. Платили, да, 500 вон. Кстати, вы посмотрите, какую прелесть Лера сделала. Это тарелочка с креветками, это тарелка с роллами. Кимбап, корейские роллы. Вот это икра, это вот палочки для еды, и васаби сделала. Прикольно. А еще в эти дни у нас очень сильные дожди идут, прям ужасные. Я не помню, что в прошлом году так сильно шли, что аж в Сеуле начались потопы, и в каких-то других городах Кореи тоже. Я смотрю, прям целые реки, и даже люди погибают там каждый день. То один человек погибнет, то трое, то шестеро. Это просто ужас какой-то. Благо у нас вроде бы еще не так сильно. Ну, то есть у нас идут дожди, да, но... Еще, чтобы какие-то несчастные случаи были, я пока не слышала. Почему не слышала? В нашем городе были? А, в нашем городе? Да, в нашем городе были. Но, кстати, я видела, что были ДТП, причем такие серьезные, что аж машины переворачивались, потому что дороги скользкие. Ой, короче, это жесть. Я и так боюсь водить. У меня фобия. Я на этом уже буду видео заканчивать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами уже в следующем видео. А, кстати, еще не забывайте подписываться на мой инстаграм и на мой тикток. Все ссылки будут внизу в описании.
Всем пока-пока.